На пермской лыжной базе «Динамо» состоялся очередной турнир по полевой стрельбе из лука – охотничий раунд. Этот турнир проходит в столице Прикамья уже в третий раз. Нынешний стал самым крупным. Он собрал более 20 участников из 5 городов страны. Соревнования проводятся по международным правилам. Задача стрелков – попасть в изображение животного в натуральную величину. На одну мишень – одна стрела, 3 зоны попадания. Чем ближе к жизненно важным органам, тем попадание ценнее. Это не олимпийский лук, и это не блочный лук. Вот. Для традиционного лука, который только развивается вообще в принципе в России, вот для отдельно взятого города Пермь 22 человека – это очень большое количество. Очень большое количество, потому что на Кубки России, на Кубки, да, со всей России приезжают, ну, там 3 категории есть традиционного лука. Вот там собирается порядка там человек 40-50. То есть 20 человек для нашего города – это очень много.